Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно находиться сегодня здесь перед вами. И большая удача, что я попал на такую выставку. И для меня это вдвойне приятно. И город Иркутск всегда радует, удивляет чем-то новым. Всегда очень приятно приезжать сюда, выступать, потому что в Иркутск необычайно теплый, горячий зритель. И с иркутским зрителем бывает часто встречаемся на курорте Аршан, Ниловой пустыни. Так как я частенько бываю, отдыхаю там, люблю эти места, Туркинскую долину. Ну и для вас, вот мы с моим другом тоже не раз вместе выступали. Ну не в Мариинке, но выступали вместе на одной площадке. И вот хотели для вас исполнить «Блиссамэль» ночью. Встречаем. Зарубежной и русской классики.
и прозвучат русские произведения, народные песни и бурятские произведения. Ну, а на бис, я думаю, можно какой-нибудь. Ну, давайте, на самом деле, вы понимаете, да, что мы перепутали немножко. Я говорю, давай, Михаил, вот ты возьми микрофон, а я без микрофона. Ну, я немножко ошибся, да. Без микрофона как раз Михаилу легко задают. Ну, послушаем что-нибудь. Акапельно. Я вот не спустил свою народную песню. А! Не забыли. Гимн все-таки. Или русскую народную песню. А потом русскую народную. Я на всякий случай микрофон просто пока не отключаю. Спасибо еще раз огромное.